И здравствуйте, дорогие друзья. День 2. Как несложно было догадаться, мы на том же месте, где закончили вчера. Вот за моей спиной мы нашли крест, и там внизу ложено Витое кольцо. Цель примерно такая. Тот накат, который мы серебро вчера нашли, он шел чуть-чуть в стороне. Мы сейчас соединим по навигатору точки одного креста и второго креста. Между ними достаточно большое расстояние. И попробуем пройти по прямой. Ну а у Любы пока первый вразумительный сигнал. Очень прикольный. Сейчас покажу. Под деревцем. Пуговичка. Пуговочка. С ярославским гербом. Фокус. Золочёно. Да, посмотрите, сохран какой пески. С надписями. Ну, в общем-то, симпатично. У меня там тоже какой-то непонятный сигнал. Мы его сейчас проверим. Который нашел веник и подсунул. Да, подсунул трактору на проверку, как обычно. Долго ли, коротко ли, добрались по прямой до этого наката. Вот здесь, по-моему, крест вчера нашли. Ничего не нашли пока что. Банально просто, может быть, в направлении не попали, потому что, естественно, дорог с тех времен, точнее, ландшафт с тех времен поменялся много раз. Естественно, саму дорогу ты здесь уже не найдешь, только если нечаянно наткнешься на что-то. Пойдем сейчас по нему вон туда дальше. Вы не представляете, какой кайф ходить вот сейчас по такому лесу. Холодно, снежок, птички поют уже. Опять весной запахло. Что это там? А? Что это? Мать моя. Что это такое? Не знаю, какой-то инструмент. Кресал, не кресал, хрен его знает. Но это мы забираем. Однозначно. Я не знаю, что. Вот. Ага. Вышли с дороги. С наката больше пока ничего не было. Такие точки натянула. Здесь еще один накат. Ну, в принципе, мы его знаем, только с той стороны. Вот, первый совет на сегодня. Сегодня как-то гнутый. 36-й годик. А, уже после реформы. Не РСФСР. Сегодня с находками жиденько пока что. Следующая монетка. Нечастая. Сегодня. Сегодня не тот день. Ну ничего, щитовичок это 20-ка подубита. Короче, лазим здесь, вот нашли несколько ножичков. Да, ну таких старинных. Люба нашла очередной бубенчик, но согнутый. Ага. Вот, а я нашел такую штуку. Ребят, я не знаю, что это такое. Кто спец? Здесь вот пробивается. Мы, конечно, поищем сейчас, если найдем, мы к видосу приложим. Прикрепим, что это такое, но я что-то такого не помню. Она на что-то одевалась, на какую-то палочку. То ли подвес какой-то с какой-то штукой, то ли круть. Сюда что? Да. По дороге домой решили заехать в одно местечко. Здесь когда-то были поля. И точно по ним... Да, перед этим шла дорога. Здесь много ходили. Но здесь уже, видите, что с полями стало. Трава сейчас... Утром ехали, снег лежал. С вечером едем, снега нет. Ну, как не зайти? И вот результат. А результат вот такой. Вот такой вот результат. Переверни.
Непонятно кто. То ли Федор Михайлович, то ли Михаил Федорович. Завираем. Давно не было чешуек. Медная монета появилась на свет. Здесь на медь, к сожалению, рассчитывать не приходится. Она здесь будет убита. Это труп. Это. Но похоже на денежку. На деньгу или на полушку? Денежку. Ну это вообще беда. Беда, да. Ну и столько серебро попадется. Но время еще есть. Солнце еще высоко. Работает. Трудяги. Что растеряли? Не знаю, я ничего не растеряла. Вообще. Просто хлам. А, там река. Снимем вам онлайнчик. А у тебя какой цифер? 31. На траке 0143. Ну кому интересно. Короче, клещи активировались, паразиты. Только вот снег сошел. Еще даже не везде сошел. А уже лапки тянут. Короче, это вполне может быть алюминиевая банка. Не, да ну нафиг. На траке 0143 банки не звенят алюминиевые. А консервы? Консервных такой более объемный сигнал. А тут маленький тонкий сигнал. Это так, философия. Сейчас посмотрим. Не, он показывает маленькую-маленькую глубину. Маленькая, да не маленькая. Подожди. Так. Что я никак не могу позу выбрать. Ну здесь. Вот она. Кто? Вот она. А, вижу. Ногой монет. Убитая. Ну хоть крупненькая что-то. Типа капуста. Хотя не, нет, не это же Катька. Не вижу. Тетя Катя. Охрана здесь будет мертвая. 100%. Это Лиза. Ну, Лиза, да. Катя Лиза. Это Лиза. Убила. Полумертвая. Что теперь? Лиза и так-то всегда мертвая. Ну, не всегда. Ну, почти. В некоторых видах кокуль, елизаветинские монеты. Ну, она 59-го года. Почему так поживают? Ну, да. Причем жирненькая ведь, смотри, даже гурт есть. Угу. Сохрана хрен. А. К сожалению. Зато вот так они пищат. Пищат они хорошо. Он садится. Двигаем к машине понемножечку. Скачала медная обручалочка. Целенькая. Прям сверху валялась. Забираем. В коллекцию обручалочек. Двигаем к машине. Очередная монеточка. Ну, даже что-то видно. Да, формат. Николашка, да? Последний. Последний формат. Какого года? Хрен его смотришь. Я покажу. Вот такой грязненький. Какой грязный. Так, друзья, закончился чудесный весенний день. Находки раскладывать не будем, там раскладывать особо нечего. Но походили хорошо. Вот. Завтра придумаем что-нибудь еще. У нас еще есть пару-тройку дней. На этом прощаемся. Ставьте пальцы. Всем пока.